Казанском университете открыли новый способ рационального использования тяжелой нефти. Все подробности далее. Постепенное снижение запасов тяжелой нефти поднимает вопросы о разработке технологий для добычи и переработки. Ее рациональное использование позволяет получить различные виды продуктов. Исследователь научного центра мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты рассказали нам о своей работе. Как мы отметили в нашей работе, тяжелая нефть позволяет не только получить, например, синтетический нефть, газ и так далее, но и также позволяет получить неокисленный битум. Насколько я знаю, в России и в Республике Татарстан большинство из дорожных покрытий они были получены окисленным, то есть окисленным битумом. Для получения битума в виде полутвердого продукта из тяжелой нефти необходимо извлечь легкие фракции, остатки. Это неокисленный битум. Поскольку тяжелая нефть содержит меньшее количество легких фракций, чем другая нефть, то это простой и выгодный способ получения битума. Метод позволяет рационально использовать тяжелую нефть наравне с легкой, которая, в свою очередь, требует различных процессов. По сравнению с традиционной нефтью, которая используется как сырье для получения битума, данная технология позволяет избегать многоступенчатый процесс. То есть, чтобы получить неокисленный битум из легкой нефти, нужно много стадий, то есть разные процессы. Тяжелая нефть, то есть мы берем его и сразу можно напрямую и получить дорожный битум. Ученые полагают, что результаты их исследования помогут увеличить рост производства и решить проблему нехватки битума на мировом рынке. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.